Алексей, сегодня была боевая ничья. Как можете прокомментировать игру в целом? Ну да, сложная игра была. Думаю, ребята уже сегодня не хватило немножко сил. Чувствовалось, особенно в единоборствах, в прессинге. Часто нас взламывали, поэтому с этой точки зрения не идеально все было. Также опять много очень мячей теряли в красной зоне между их обороной и полузащитой. Поэтому не доигрывали до конца моменты. Часто ошибались, поэтому опять приходилось часто опять переключаться. И поэтому в связи этого нам опять же не хватило потом сил, концентрации и где-то точности. Поэтому сегодня, скажем, не до конца довольны, если честно. У вас была определенная установка на игру. Что сегодня получилось, а что нет? Ну, как всегда, получилось то, что ребята старались, как бы не устали они с максимальной самоотдачи. Даже в конце, даже когда силы уже подсели, бились до конца, не хотели проигрывать. Поэтому в этом никакого упрека нету. Конечно, еще надо полно работы, надо работать над многими вещами. Надеемся, что сейчас все наши травмированные футболисты возвратятся, и уже можем комплектовать состав и уже наигрывать на Суперкубок. Спасибо, удачи.